После того, как моей доченьке исполнилось 1,5 годика, я начала замечать, что ее заинтересовали такие игрушки, которые требуют додумывать, доделывать что-то, строить, лепить. Я очень рада этому, потому что знаю, такие игрушки прекрасно развивают фантазию малыша. У нас много игрушек, которые быстро надоедают, и не стоит тратить деньги, чтобы они пролеживали в корзине. О них я говорить не хочу, покажу те, на которые стоит обратить внимание с 1,5 и до 2 лет. В первую очередь это конструктор. Сейчас Даше 1 год и 9 месяцев. Конструктор идет у нас просто на ура. Ни один вечер не обходится без этой прекрасной, не надоедающей игрушки. С его помощью мы научились различать цвета. Месяц назад я заметила, что дочка начала собирать башни одного цвета. Ей нравится соединять маленькие фигурки друг с другом и получать каждый раз новые интересные ей формы. Вторая вещица, на которую стоит обратить внимание, это пластилин. Хотя и написано у него на упаковке с 3 лет, но лепка уже в 1 год и 9 месяцев стала для нас увлекательным занятием. Если в 1,5 годика дочь просто с удовольствием смотрела, как я леплю, то теперь она до 30 минут может слепливать мелкие детальки друг с другом. Я думаю, нет и смысла говорить о пользе в развитии малыша, ведь каждая мама знает, как важно в таком возрасте развитие мелкой моторики. Есть смысл приобрести также различные детские наборы для ролевых игр. Я заметила, что малышка начала играть в куклы, и ей хочется что-то с ними делать, например, кормить. И для этого у нас есть набор детской посудки, ходить с ними в магазин за едой. И для этого у нас есть весы, фрукты, а также кошелек с деньгами. Передвигаются куклы на машинках и паровозиках, а если они заболели, то мы всегда можем подлечить их, сделать им укол из игрушечного шприца и дать им игрушечные таблетки из наборчика для врача. Подобные ролевые игры идут у нас сейчас просто прекрасно и занимают значительное количество времени от всех наших игр. Сюда же хорошо подходит развивающий коврик, где куклы могут играть, гулять по лесу, по природе, купаться в речке или в озере, спать, собирать урожай, ездить на разных видах транспорта и так далее. Вот такими игрушками заинтересовалась моя дочка, начиная с 1,5 лет. Мне интересно, какими игрушками играют ваши детки. И что интересненького, купили или смастерили для них вы? Напишите это в комментариях. Я всегда очень рада вашим отзывам. Ну вот, про наши основные игрушки я вам и рассказала. Поэтому пока-пока! Вот где у нас морковка растет. Вот, давай, Вика.